Мне однажды пишет девушка, у которой просто панический страх проявляться. Она рассказывает: пишу текст, выкладываю его и буквально через 30 минут удаляю. Представляете, прямо до такого она берет и полностью сносит свой текст. Мы начинаем с ней разговаривать, и выясняется, откуда у нее возник этот страх. Оказывается, в детстве ее дневник нашла мама и прочитала за обедом. И причем она его читала, все взрослые, которые сидели за столом, ржали. И вот, понимаете, да, весело ржали над мыслями о своей дочери. Было это все достаточно по-доброму, но у нее тогда вот возникло две травмы. Первая травма – это травма доверия. И вторая травма – это страх вообще проявляться, потому что тогда над моими мыслями будут ржать. Напишите в комментариях, кстати, у вас бывало нечто подобное, когда из-за критики ваше творчество заблокировалось. Я этой девушке рассказала про три ключа, как справиться с этим страхом. О них я расскажу в следующем ролике.